мусор рядом с контейнерами, на тротуарах, возле водоемов, детских учреждений и вообще в самых неожиданных местах создается впечатление, что люди совершенно забыли, что существуют для этого специальные баки. Не редкость, когда стихийные свалки возникают рядом с жилыми домами. Так в начале марта случилось по улице Акушинского в Махачкале. Здесь единственный проход по пути в детский сад постепенно пополнялся бытовыми отходами. Причем, судя по пакетам, их сюда надуло явно не ветром. Ежедневно, каждое утро мы с детьми проходим вот через эти горы мусора в садик. Дело в том, что эта арка – это единственное место, когда с дороги просто после транспорта можно дойти до садика. Нам навстречу вот такие вот крысы пробегают, когда мы идем с детьми, мы просто не знаем, то ли их на руки поднять, то ли их на шею посадить, чтобы пронести через этот мусор. Если одни ссорят, то другие, а таких, как правило, меньше, делают все, чтобы порядок был. Тетя Маша в благоустройстве собственного дома принимает самое активное участие. Говорит, подъезд, в котором живет уже около 40 лет, старается убирать регулярно. Правда, такое рвение за чистоту мало кто из соседей ценит. 40 лет живу. 40 лет убираю подъезд. Ну, ни один человек не выходит. Не хочешь, тетя Маша, не мой. Ну, как это не мыть? Мы же люди. Гости к нам идут. За чистоту и экологическую безопасность в своем поселке Красноармейск уже много лет борется Магомед Махмудов. Пожилой мужчина совместно с другими поселковыми активистами пытались надавить на совесть местных чиновников. Неоднократно обращались и в другие инстанции. Однако с каждым годом стихийная свалка рядом с населенным пунктом только расширяется. Возит сюда и дохлую скотину, собак, кошек, у кого чего подохло, все сюда. И птицефабрика тоже возит сюда свои эти самые дохлые куры. Где-то бараны режут, семендеры, эти все, их кишки все туда вываливаются. Привозят мусор оттуда тоже. Со всех концов в этом округе весь мусор здесь. Когда ветер дует оттуда, весь этот воздух, и во время обжига кирпичей весь вонь у нас в селении. Под этим запахом, под этим климатом мы уже 15 лет спим. Летом прошлого года глава администрации Кировского района Ахмед Нахаев клятвенно заверил положительно решить вопрос буквально через пару месяцев. Сейчас будем этот вопрос до конца. Мы доведем, обязательно я даю слово, что числа 15-20 октября можно приехать. Там территория будет спланирована, проблема будет разрешена. Прошло уже не два месяца, а намного больше. Администрация Кировского района забыла о своем обещании. Однако перемены все-таки были. Сменился руководитель поселка. Основная проблема у нас в селе была, как вы знаете, вот эта мусорная свалка, кирпичные заводы. Все это терпели до сих пор люди. Терпели. И главу этой администрации села Красноармейска, который пальцем о палец ничего не сделал для села Полезного. Мы добились, чтобы сняли его, нашли единицу ему в Советском районе, повесили в должности. И вместо того, чтобы человека наказать, они поощряют его. То, что обещал вам Ахмед Нахаев, глава Кировской администрации, вот что-нибудь, какая-то помощь от администрации была по уборке мусора на вот этой стихийной свалке? По сей день, только с помощью новой главы администрации сдвинулось дело с места. Это мусор стали вывозить. Сейчас последние два дня. Вот это в течение двух дней начата работа. Печальная картина наблюдается и в Дербенте. По этому поводу еще в 2010 году полпред президента ВСКФО Александр Клопонин откровенно сказал: «Друзья мои, у вас тут так грязно, надо бы в городе убраться». Ну и после такого замечания особых изменений не произошло. В Дербенте и сейчас, даже после уборки улиц, остается ощущение полной антисанитарии. Не лучше дела и в других муниципалитетах республики. Глобальную эколого-гигиеническую проблему озвучила на совещании Элеонора Амариева, главный санитарный врач республики. И когда мы говорим, что мусорные свалки в таком виде, в котором, как они есть, я назову вещи своими именами. Это экологические бомбы, потому что это тело полигона выделяет как фильтрат в почву, точно так же выбрасывает токсичные вещества, как мы видим сегодня. Это мусорная свалка города Махачкалы, которая дымит. Должны быть на этих свалках приняты меры, которые препятствуют возгоранию. Потому что, собирая все, выбрасывая все в одном месте, даже те же пластиковую тару, при сжигании, при возгорании выделяются токсичные вещества.
в том числе и диоксиноподобные вещества. И диоксин – это доказанная практика, потенциальный риск. В республике сегодня нет ни одного полигона, соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям. Существует всего 5 санкционированных свалок и несколько сотен стихийных. Лицензию имеет только одна мусоросвалка в Кизляре. Основная беда почти всех городов и районов – отсутствие генеральной схемы санитарной очистки территории. Особенно критическая ситуация складывается в сельских населенных пунктах, когда во многих сельских населенных пунктах этот мусор сбрасывается в поймы рек, абсолютно нет специального автотранспорта, не заключаются договора на вывоз этих отходов. Элементарно мероприятие, которое должно быть предусмотрено, организация, которая осуществляет вывоз, сбор, удаление отходов, должна, значит, в соответствии с законом о защите прав потребителей представлять информацию о своей деятельности, о режиме работы, о тарифах на эти услуги, о компенсациях, которые могут быть каким-то группам населения, в принципе, определенной. Так что здесь только нарушается не только законодательство об охране окружающей среды, о санэпидблагополучии, но грубо нарушается и законодательство о защите прав потребителей. Махачкала – столица Дагестана. С каждым годом количество горожан, проживающих в городе, растет. По последним данным, сегодня это более 700 тысяч человек. Кстати, по заверениям замглавы города Ферезулы Кахриманова, генеральная схема очистки, вопреки заявлениям Роспотребнадзора, есть. Согласно отработанному плану, за один день вывозится почти 500 тонн мусора. Убирали город до недавнего времени две компании – комбинат благоустройств и Каспий Инвест. Вторая на проверку оказалась не совсем надежной. Что ожидает столицу Дагестана в будущем, покажет время. Ну а пока за уборку отвечает только одна организация. Комбинат благоустройства, значит, работу начинает с ночи, значит, 2-4 часов ночи. Первый этап – это уборщицы, которые подметают улицы, тротуары, собирают мусор, складывают тучки. За ним идут машины, мусоровозы, поднимают контейнера, опустошают улицу, собирают весь мусор, вывозится в городскую свалку. Естественно, особенно сейчас, март, апрель месяц, проводится большое количество субботников, начинаются проводить субботники, все люди выносят весь хлам, грязь, и количество мусора увеличивается, нагрузка колоссальная. Но тем не менее, комбинат благоустройства мы справляемся. В день порядка 500 тонн твердобытовых отходов вывозится ежедневно в городскую свалку. В день выходит от 65 до 74 машин по мусору. И в течение дня после 8 часов выходят на работу мобильные группы. Очевидно, что даже при круглосуточном режиме работы одной организации с таким объемом не справится. Комбинат благоустройств охватывает всего 131 улицу. Остальные, это в основном окраины и садоводческие общества, остаются бесхозными. В этой ситуации работники коммунальной службы очень надеются на сознательность горожан. Пожалуйста, просьба к жителям Махачкалы. Не сорите, относите мусор к контейнерам, площадкам. Через окна не выбрасывайте. По подъездам не ставьте. Мы вот каждый день по углам, по везде лазим, а итог у нас нету никакой. Какой итог будет, если сами мы не соблюдаем чистоту? Махачкалинская санкционированная свалка. Здесь практически всегда дым днем тянется в горы, а вечером накрывает город. Происходит интенсивное загрязнение воздуха и почвы. Ежедневно сюда в летнее время привозят более 200 машин различного мусора. Мирно пасутся здесь же коровы. Кстати, буренки не прочь полакомиться бытовыми отходами и в городе, в мусорных баках. Животные с удовольствием вносят свою лепту в общий беспорядок. Мы находимся сейчас на городском полигоне, который в горах, расположен в горной части. Ежедневно сюда вывозят мусор со всего города. А
одно силами нашего предприятия комбинатного устройства сюда завозим примерно 150, зимние 160 машин, а летнее время более 200 машин ежедневно. И здесь производится утилизация этого мусора, и для того, чтобы его был порядок наводить, ежедневно два бульдозера работают на этой свалке. И постоянно работают, выравнивая привезенный мусор. И также делаем послойные засыпания этого же мусора, который накапливается где-то более метра. Мы оставляем и 50-60 сантиметров слоем земли щебенкой засыпаем. Это по технологии утилизации мусора. Это положено, мы этим и занимаемся постоянно. Есть в Махачкале и единственный на всю республику мусоросортировочный завод. Правда, работает он не всегда. Пару месяцев назад на предприятии сменился руководитель. Бизнес вновь начал налаживаться. Планируется реконструкция и расширение сферы деятельности. Покупаем оборудование, то, что нам не хватает. Создаем рабочие места. И вот начали, пока проверяем, где-то до 40-50 тонн в день сортировать начали мы. Будем расширять и хотим весь объем Махачкалы. На сегодняшний день тяжело весь объем сортировать. Но будем покупать оборудование. Завод не панацея от всех бед. Как предположил один из чиновников городской администрации, чтобы решить проблему с мусором, необходимо построить 10 таких предприятий или один перерабатывающий и мощный. Пока такого нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Остается меняться самим, уважать труд коммунальщиков или хотя бы доносить мусор в специально отведенное место.